Анапа – это не только самое яркое солнце России. Это один из главных детских курортов нашей страны. Этот город будто предназначен для отдыха детей самой природой. Уже более 50 лет Анапа принимает маленьких гостей и активно развивается в этом направлении. Сохранить и приумножить – одна из важнейших задач санаторно-курортной отрасли. Некоторые детские здравницы закрываются. Мы же идем вперед по той причине, что это стратегическая задача государства. И государство нам дает государственное задание на то, чтобы мы развивали эту отрасль и показывали в том числе собственным примером, как нужно развиваться, какие программы. Сегодня этот, один из четырех крупнейших детских центров нашей страны, находится именно в Анапе. Здесь ребята совмещают отдых и образовательные программы. Здесь происходят важные встречи с известными политиками, актерами, музыкантами и общественными деятелями. Сейчас полным ходом идет разработка учебных программ, которые лягут в основу работы новых профильных смен, связанных именно с природными ресурсами села Сукко. Морские программы, не только купание, но и сами морские программы – это наш приоритет на следующий год. Мы уже планируем развивать те программы, которые ребенок может посещать и обучаться. Не только там, плавание в классическом виде, потому что купание происходит очень быстро. Это заход в море там, на 5 минут, существуют определенные нормативы и санпины, которые не позволяют ребенку переохладиться и так далее. Но есть еще с использованием маломерных судов, вот мы работаем в этом направлении. Сейчас в Смене строят парк будущего. Это масштабный проект Всероссийского центра профессий, который реализуется по поручению президента России. Десятки тысяч ребят со всей страны будут приезжать на отдых в Анапу и получать знания о профессиях, которые востребованы сегодня на рынке труда. Ну и, конечно, наберутся сил под анапским солнцем, станут более самостоятельными и уверенными в себе. А еще найдут множество новых друзей.